вами экологическая библиотека. Сегодня мы проведем для вас видеомастерскую «Северные джунгли». Это мероприятие проходит в рамках проекта «Семейный эко-драйв», поддержанный благотворительной программой «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель». Вместе с вами мы создадим коллекцию камней, которая будет представлять животных севера. Сегодня нашим главным героем станут такие замечательные и удивительные животные, как лемминги. Лемминги обитают в тундрах, лесотундрах. Они небольшого веса и размера. Живут в своих гнездах под землей. Они очень шустрые, быстрые. Но о них можно рассказывать очень много. Приходите к нам в библиотеку, берите книги и сами узнавайте много интересного.